Сегодня ночью котик поспать не дал нормально. Ну, с другой стороны, я собирался на рыбалку вставать, правда, хотел выспаться. Ну, поэтому вот теперь уже еду. Ну, я не знаю, как это, лесоебство у них называется. Вот на него что-то такое напало, и все, и привет, и ни в какую. Раннее утро, Чеховский район. Мой путь лежит к СНТ компьютер, рядом с которым в тумане спрятался, да, пруд, которого сейчас не видно. Дорога вполне себе проезжая, если сухая погода. Ой, ну вокруг красота, конечно. А здесь свежо и живописно. Ну что ж, давненько на рыбалке я не был. Попробуем. Ай, как же ж утром все меняется прям каждую минуту. Кайф. Ну, пока похвастать нечем. Две плотвицы. Ой, на кукурузу под берегом. Вот они. А интересно, два мужика вот там. Может, слышно, как разговаривают. Короче, они уже с полчаса приехали, друг другу рассказывают, как он тут чего поймал, на что, и сколько, и какого карася вытянул, и все остальное. Вот. И потом минут 40, наверное, уже где-то проходит. И один другому говорит: так, ну что, давай, может, раскладываться уже. То есть вот люди приехали на рыбалку. Тут стараешься каждую минуту поскорее начать, чтобы зорьку не прозевать. А люди приехали, постояли, пообсуждали. Ну что, давай, давай. Так, поклевывает. Соседи говорят, что сегодня полнолуние, поэтому не клюет. Не знаю, у меня клюет, но клюет мелочь. Крупняк плещется. И самое главное, то, что прикормка моя работает. Вот она, самодельная. Местные пенсионеры из дачных этих СНТ. Вот они. Они уже и в воде, и все прочее. Какие-то там упражнения выполняют. Слышно очень хорошо. Я ничего против не имею, но, я не знаю, там какие-то скороговорки, какие-то поговорки или что-то там такое. Просто там... Для первого раза возвращения к рыбалке, думаю, достаточно. Мне понравилось. К сожалению, да, уже убрал весь дальний заброс. Звенело, но ничего не засекалось. И я промахивался, то бишь чем-то другим был занят в этот момент. Вот. Ну, поплавочкой отвлекался. Пока раз, все, уже пусто. Но главное, что крючки возвращались пустые. Тем не менее, пустым не уезжаю. Можно сказать, обрыбился, точнее, обплотвился. Какое-то количество, как обычно, сошло. Сколько-то... А, ну я вообще мимо садка, короче, запустил. Несколько штук прям с берега у меня ушли. Ну, в общем, вот. На таранку, в принципе, пойдет. Брал вещи и мусор и нашел... Да, кстати, помимо своего, еще чужой мусор зачастую вывожу. Короче, вот такую нашел монету. Это что такое вообще? И еще хотел что добавить. Прикормка была моя, наживка тоже, все самодельное, то есть сушеную кукурузу, горох, разваривал, распаривал, и тесто, и перловка. В общем, тесто показало себя сегодня круче всех, получается, прям с жором нападали, так что рецепт тоже оправдан. Ну, будем думать, как поделиться этой продукцией с другими. Думаю, в скором времени в качестве самозанятого заявлюсь. Идея такая была, вернее, уже даже она уже стартанула была. Потом тормознулась. Вот. Ну, сейчас, наверное, все звезды сходятся к тому, чтобы возродить не только рыбалку, но и вот эту вещь. Вот буквально 100 метров. Какое замечательное место. Широкое. Но у меня там тень днем. А здесь уже солнышко. То есть тут надо тень будет искать. Хотя я с собой пляжный зонт брал. И, собираясь на эту рыбалку, товарищ один не поехал, но предложение было какое. Говорит, а поехали, говорит, в Тульскую область, там кто-то там назвал, там где-то что-то, там такая река
И мне тут же вспоминается, как в Белгороде есть Нежеголь, а в Курской области, ну, в смысле, в области Белгородской, есть Сейм. И вот наши все прутся на Сейм, а из Курска прутся на Нежеголь. И наши хвалят Сейм, а куряне говорят, да Сейм вообще ни о чем. Говорят, вот Нежеголь у вас, это да. Поэтому нет необходимости переться куда-то далеко. Нашли водоем, нравится, разведывайте его, пробуйте, испытывайте и так далее. И как я посмотрю, здесь народ активно достаточно его использует. Ну что ж, может быть, и по зиме здесь будет смысл появляться. Ох, нифига себе, вот это я шел и смотрите, что нашел. Это же два подберезовика. Прекрасный, огромный, но уже старый и червивый, к сожалению. Но сейчас где-нибудь кинем. Говорят, споры все-таки как-то распространяются. Поэтому будем надеяться, что где-то да и урожай будет. А вот молодой березняк, как раз сейчас мы сюда их и кинем. Поймаем. Одного оставили, шариков не дали. А сегодня праздник, все с шариками. А тебе не дали, да? Ой, мра. Ого. Все, я тоже рад тебя видеть. Соскучился, что ли? А? Ой. Вот он, самый честный человек на свете. Синие ворота вот эти вот. Предыстория. Я же гараж приобрел. Значит, он мне сказал, что весной гараж перекрывался. Надо ли быть специалистом, чтобы понять, что он так вот перекрывался. Два гаража разом перекрыты. И, ну, по всем признакам, это нифига не весной перекрывалось. То есть листы уже явно старые. Ну, как говорится, Краилова ведет Попадалову, и карма все выравнивает. Готовлюсь к мастику. Сейчас разводим. Вот она уже разогрелась. Швы промажем, потому что подтекание есть. И попробуем все это дело устранить. Казалось бы, промазать швы — еще последний этап. Ну, почти 2 часа ушло куда-то, как-то. То разогрей, то подмажь, то одно, то другое. Как-то так вот. И что еще? Смотрю, материал-то совсем не свежий. То есть сейчас, может, на эту зиму хватит, а потом уже надо смотреть, уже придется перекрываться. Да и сосед, у него тут вообще беда. Мне кажется, и от него может подтекать. Тут вон, вот это ж вот, как вот решать в гаражах. Хотя, по сути, гараж у меня в собственности. Если кто-то портит мою собственность, ну, тут уже можно предъявлять. Ладно, с этим мы будем разбираться позже. Я не понимаю, как кот отсюда замечает. Видите что-нибудь? Вот. Вот это вот. Какая-то мини-мошка. Вот. Вот для сравнения моя рука. Там миллиметр. Он сидит, их наблюдает. Как ты их видишь на таком расстоянии? И он требует еще от меня, чтобы я ему поймал. Давай, иди ко мне, иди. Не, не ко мне, ну ладно. Что, киса, не можешь мошек своих достать, да, никак? Тают они там, летают. Ну, в этом мире не все можно достать. Хотя за деньги можно многое достать. Но поскольку денег у тебя нет, то и мошек тоже нет. А где Лекс? Куда же он делся? Где же он спрятался?